Теперь к другим темам. Порядка триллиона тенге незаконно вывезенных активов возвращены государству. Об этом в программе интервью рассказал заместитель генерального прокурора. При этом около 600 миллионов долларов были спрятаны в юрисдикции других стран. Так, больше всего активов хранились в Лихтенштейне. Внушительная сумма, порядка 80 миллионов долларов, обнаружены в Австрии. Есть в списке также Объединенные Арабские Эмираты и Гонконг. Но и это не весь список. География обширна. Ну, если говорить конкретнее, я вот, насколько знаю, там с Эмиратов около 15 миллионов долларов, с Австрии возвращено 82 миллиона долларов, с Лихтенштейна 260 миллионов долларов, с Гонконга 2 миллиона. В общем, там примеров на самом деле достаточно много, и юрисдикции очень разные. Все эти средства сосредоточены на балансе специально созданной управляющей компании, рассказал заместитель премьер-министра, министр финансов Ерулан Джамалбаев. Он пояснил, компания принимает активы в госсобственности и следит за их содержанием. Глава Минфина подчеркнул, закон о возврате государству незаконно приобретенных активов не инструмент давления, а процесс восстановления справедливости. Поэтому приоритетным способом является все-таки стимулирование добровольного возврата. Это один из основополагающих принципов данного закона. Преимущество добровольного закона очевидно в том, что часть имущества по закону он может оставить себе. Да, это во-первых. Во-вторых, соглашение предусматривает не только передачу активов просто так государству, да, иные социально-экономические обязательства. Например, он может инвестировать, да, в нужные стране проекты, которые прямо влияют на повышение благосостояния нашего народа. Важная логика, чтобы эти деньги законно, да, вернулись в страну, работали в стране, создавали рабочие места и платились налоги.